В этом году, помимо хорошо всем известных сестер Хадид и Адрианы Лимы, много новых ангелов, которые очень активно готовились к показу нижнего белья Victoria's Secret. Мы же решили сравнить фотомодели с подиума и из жизни, чтобы понять, насколько они идеальны в реальной жизни. Сара Сампайо. Сара Сампайо – тот самый ангел из рекламы Axe Effect, топ-модель из Португалии. Она узнаваема и востребована не только в модельных агентствах, но и в кинематографе. Белла Хадид. Специально к показу Victoria's Secret Белла села на строгую диету и стала регулярно заниматься спортом, чтобы выглядеть на все 100%. А то в прошлом году пресса негодовала, говоря, что модель слишком полная, чтобы быть ангелом. Жизель Оливейра. Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия. Девушка успела поработать с такими брендами, как Victoria's Secret, Forever 21, H&M, Moschino и другие. Жизель входит в состав элитного модельного агентства AMG Models. Барбара Палвин. За плечами 25-летней Барбары контракты с такими модными брендами, как Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci, а теперь она еще и ангел Victoria's Secret. Тейлор Хилл. Тейлор Хилл – модель года по версии Fashion Media Awards. Самый молодой ангел бельевой марки Victoria's Secret – одна из самых высокооплачиваемых представительниц модного бизнеса. Девушка, которой завидуют миллионы, заявляет, что быть безупречной скучно и живет по правилу, усвоенному от педагога по рисованию. Шедевр получается благодаря несовершенствам. Джорджия Фоулер. Это молодая, амбициозная модель из Новой Зеландии в модельном бизнесе с 12 лет, но известность к ней пришла не так давно. При этом Джорджия выходит на подиум в качестве ангела уже не впервые. Винни Харлоу. А вот Винни в этом году впервые стала участницей шоу Victoria's Secret, но как нам кажется, она этого достойна. Тело у модели в идеальной форме. Эльза Хоск. Эльза Хоск – шведская топ-модель с мировым именем. В юности девушка с необычной внешностью ни за что не хотела посвящать жизнь индустрии красоты, а сегодня блистает на обложках модных журналов и щеголяет по подиумам с крыльями за спиной, которыми одарил бренд Victoria's Secret. Девон Виндзор. Это был уже четвертый раз, когда Девон примерила на себе роль ангела, которая ей так идет. Меган Уильямс. Каждая модель мечтает стать частью семьи Victoria's Secret. Меган уже трижды посчастливилась оказаться в рядах ангелов. Да и как ее с такими формами могли не взять? Марта Хант. Марта Хант – мечта любого прогрессивного жителя мегаполиса. Дико красиво. Следит за собой, много работает и совершенно не стесняется своих недостатков. Пожалуй, только настоящий ангел Victoria's Secret может без всякого стеснения показать своим подписчикам огромный шрам на спине или послеоперационный рентген, и при этом совершенно не потерять былой привлекательности. Келси Мэрит. Келси – одна из тех, кто не боится выкладывать фото своих ягодиц, где видны следы от растяжек, но при этом у нее красивая подтянутая фигура. Ясмин Вайналдум. От совершенного тела этой красотки мы не могли отвести взгляд, она настоящий ангел. Кэндис Свейнпол. Известная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. Она сотрудничает с различными знаменитыми модными брендами Givenchy, Versace, Calvin Klein, Miu Miu, Swarovski, Nike и другими, но популярность Кэндис получила благодаря показам и фотосессиям в белье и купальниках. Пиши в комментариях, кто из девушек тебе понравился больше всего. Лично мне сложно выделить из них одну. Подписывайся на канал, жми на колокольчик и всем пока.